Ту-ту-ту. Лидия, хочешь шлем? Хочешь шлем? Ой, что-то... У нас специально... Она угорает, реально, смотри. Она просто такая пробежала, толкнула меня, чтобы я этот шлем уронил, короче. Потом такая, а? Типа, я ничего не знаю, я ничего не видела, да? Ты такая вот, вообще, такая, чурица еще. Ну, вообще, да. Всем привет, с вами Ворм, и это игра The Elder Scrolls 5 Skyrim, которую мы продолжаем проходить. Остановились на том, что пришли в Ангарвунд, побочная локация, такая место силы, все дела. Здесь встретили какую-то бабищу, которая нас заставляет проходить квесты, делать то, что она просит, чтобы получить свое сокровище драгоценное. Для этого нам нужно, как я подозреваю, пройти две комнаты, которые нас выводят, одна комната к этому месту, где мы дергаем рычаг. Да, и теперь вторая комната, которая откроется с другой стороны такой же двери. В итоге откроется у нас центральная дверца. Где-то там, походу. Да. Так, тут у нас есть еще сундук, в котором очень ценное вознаграждение в размере 18 монет. За такое прохождение. Так, это мы куда ходили? В какую сторону? Направо, по-моему, я ходил, да? Или сюда я ходил? Если закрыто, то ходил сюда, да. А еще такая же фигня должна быть с другой стороны. Скорее всего, она здесь. Да. 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 Нам сюда. Как я говорил, прохождение Ангарвунда этого займет там одну-две серии. Получается, где-то полторы. Скорее всего, в этой серии мы его пройдем. Давайте только подниму еще раз уровень. Запас сил, давай. Я потихоньку тут перехожу в лучника. Потому что у нас Лидия все делает за нас, в принципе. А, блин, я тут ничего не вкачаю, да? Окей. Давайте тогда... Ну, не знаю. Взлом? Взлом не надо вкачивать, зачем? Удар в спину. Меньше шума. Класс брони. Даже не знаю, давайте одноручное оружие тогда. Ой. Атаки с двух рук быстрее. Давайте так, ладно. По хилу у нас все нормально, в принципе. По луку тоже более-менее. По стелсу только все дерьмово. Но стелс, блин, с двумя персонажами, если проходить, то это бред тоже. Опачки, ловушки. С другой стороны, ловушек не было. Ох ты ж! Ща Лидия, смотри, наступит. Ой, блин. Ха! Хо! Привет! Он реально быстро бьет, смотри, нифига себе. Ни хрена он, блин, рубит теперь, как мясорубка. О-о-о. Офигеть. А что это за место такое? Странно. Это типа чулан? Очень странный чулан. Зачем делать такие двери для чулана? Так. А туда мне как пройти? Вы чё? Лидия, уйди. О! В смысле? Я думал, это магическая книжечка какая-то. А, может быть, я просто читал, поэтому она меня не улучшает никак. Скорее всего, да, так. Так, окей, ладно. Опачки. Смертник очередной. Ему вообще срать, смотри. Он думает, там муху укусила. Или комар. Большой комар. Где-то прям здесь брыть, смотри. Снизу, наверное, где-то. Бах! Стой, тут что-то упало. Что, не слышал, что ли? Лидия, не толкайся, пожалуйста, то я упаду. А куда он пошел-то вообще? Если придется, я тебя убью. Ты мне что ли говоришь, охерела, что ли? Я тебе глаз сейчас выколю. Куда уполз этот червивый, интересно?
Тюк. Что-то стукнулось, ты же должен слышать, эй. Ладно, хрен с тобой. А чё меня ударило-то, я не понял. Даже никакой анимации не отобразилось, чтобы меня что-то ударило вообще. Где этот кондосос? Вот. Тоже с луком, смотри. Битва лыжников, да? Ну ладно. Это все, что ты можешь сейчас скажет, смотри. Все, что умеешь? Ну, почти угадал, ладно. Какие же они примитивные. Ой, тут голова чья-то. Типа. Древнего норда, какого-нибудь великана. Не знаю. Опять ты толкаешься? Хватит толкаться. А, ну вот мы пришли, собственно. С другой стороны. Опачки, вот тут богатенькая награда, да. И что мне это дало? Это то, что я должен был сделать, что ли? Почему вот мне не отображают сразу квесты, которые мне нужно делать? Вон туда нужно куда-то показывать. А, я типа с этой стороны еще открыл ворота. Все, понял, окей, окей, все. Вопросов нет больше. Сейчас опять червивые полезут. Вот один. Это было красиво. Как ни крути. Он прям под бревном пробежал. Что за говно? Почему он не сдох? Добивай, Лидия. Он твой. А, ты решила так его добить, да? Услышал то, что я говорю, и решила воспользоваться советом. Окей. Лидия, черт! Я тут при чем? Она еще, она стебется на самом деле, она такая угарная тетка. Да, мало того, что бой баба, так еще и стебется, стебаться умеешь, да? При этом с каменным лицом на голове. Не знаю. Окей, я тебе это припомню, потом припомню. Блин, аналогичная комната. А, нет, другая комната все-таки. Надо мной, что ли, где-то? Добрый день. А как я не попал? Иди танкуй, тролль. Баба. Теперь ты поплатишься. Все? Больше ничего не умеешь? И все? Лучше можешь? А скажи эту фразу еще раз, только по-другому опять. Он похож на ежика. Подъем, ребятца. Я хочу больше батла. Сможете мне его дать? Нет, только без магии. Ну, мужик, вы так не договаривались. На тебя, под ребра, сука. Я же ассасин саппорт. Запомни это, мразь. Ой, что-то я лишнее подобрал, ну ладно. Блин, опять ребит, что ли? Экран. Да, походу. Синхронизация опять что-то подлагивает. Или как она там называется?
Блин, сколько тут еще бродить, а? Вроде бы всех перебили в этом зале, да? Ну да. А, ну все, прошли как походу уже. Лидия, хочешь ли... Хочешь ли? Ой, что-то... У нас лицо... Она угорает, реально, смотри. Она просто такая пробежала, толкнула меня, чтобы я этот шлем уронил, короче. Потом такая, а? Типа, я ничего не знаю, я ничего не видела, да? Ты такая вот, вообще, такая, чурица еще. Ну, вообще, да. У меня что-то игра зависла сейчас. Скорим что-то, короче, опять мутит, не знаю почему. И, блин, опять он просел, провис, короче, как обычно. Вот, ну, Лидия, короче, ты вообще, да, я тебя запомню. Я тебе буду мстить потом. Также буду тебя подстебывать, сучка. Только я могу тут троллить и это говорить несмешные шутки, которые не могу даже поговорить, поняла, да? Вот, правильно, отступаешься. Окей, так, что у нас тут? Какие-то преподношения несли кому? Трем головам каких-то кривых орлов. Нельзя было в один мешочек засунуть, а? Эти монетки все, чтобы можно было их подобрать сразу полностью. Вот как здесь. Ой, что-то жесть. Что-то вообще прям коробит, да? Давайте я перезапущу игру лучше. Так, вот я снова тут. Не знаю, что-то только со Скорим такая херня происходит. То, что, блин, не знаю, просто начать лагать, потом дергаться как-то странно. Не знаю почему. Вот, вот реально без понятия, знал бы, исправил давно. Добивай, Лидия. Если придется, я тебя убью. Ну, добивай. Поугарал на ним, такая постебалась, ко мне ползла, смотри. Блин, я говорю, она тролль охеренная вообще. Учится, походу, пересмотрела мои все лол-моменты. Теперь пытается шутить так же, как я. Но у нее так никогда не получится, правда? То, что она шутит лучше, чем я. Так, ладно. Где, что, все, вышли, типа? Ну да. Ну, как я говорил, да, прошли вторую комнату, и теперь мы отсюда выходим, дергаем за рычаг, а потом будем с этой тёлкой разбираться. Кто больше сокровищ получит. Свиток Катавася. А так вот всех подряд. Ну, окей. Полезная штука, наверное. Вернуться к бабище к этой теперь. Наконец-то! Сокровище моё! Только моё! Я же говорил, она конченая. Вот ты тупая, а, вообще? И можно полутать теперь? Это прям лифт, что ли? О, это лестница, смотри, вниз, нифига себе. Лечение заберем у тебя, чего у тебя еще есть? Больше ничего нет. Кошель с монетами, чья-то рука и нож. Рукоять сломанного... Ух ты! Я не видел еще никаких, да, сломанных мечей. Ну, ладно, хрен с ним. Пойдем сюда, вниз. Скорее всего, настоящее сокровище именно там. И это слово силы. Мангал закружил сюда. Надеюсь, тут не нужно будет всяких там... Ключ когтей там. Нет, я уже слышу, как оно орёт. Зовет нас. Читай. Животная дружба со зверями. Теперь мы можем приручать зверей, получается, да? Ух ты, щит хороший, кстати. Надо будет взять. Так, золото. Неприятие мороза. Амулет Джулианоса. Или Джулианоса, не знаю. Уруча блава не надо, сорвета не надо. Окей, все, можно отсюда валить, получается. Тут выход только один или есть какой-то другой? Здесь какой-нибудь выход, короче, есть? Или мне нужно обратно идти все-таки? Походу нужно идти обратно все-таки, блин, обидно. Йо. Вот можно было бы сразу взять, так портнуться отсюда куда-нибудь там, типа, чик.
Перемещение из локации невозможно, да. Ну, в принципе, что тут сейчас по лестнице подняться, чтобы голова закружилась опять. Потом прям пробежать и еще прям пробежать. А потом направо поверну. Странная Лидия. Да опять угорает, наверное, свой юмор. А ее никто не понимает. Так, ладно, идем тогда наружу. И пойдем, скорее всего, в город, который справа у нас там. Что это было? Вот опять начинает, смотри. Вот это только в Скайриме такая дичь у меня, я не знаю почему. Ладно, хрен с ним, может быть, разлагает. То, что перезапускать постоянно, когда он такую-то херню вытворяет, это бред какой-то. У него просто покадровка начинается, хотя FPS вообще не приседает. Я вот честно, я без понятия, что с ним происходит в такие моменты. Из-за чего это вообще? Вроде перестал. Окей, ладно. Не ставь ты маркеры эти. Что у нас здесь? Анурель вручит награду. Поговорить с командиром Сира. Стра, что-то там. Стражи. Рассвета. Сам Рифтон, короче. Анурель, награду за разбойников убитых. Это я понял. Ну что-то мне впадло, знаете, не хочу я этим заниматься. Вот серьезно. Давайте вернемся, короче, в White Run. Сдадим там квесты. Эти кемату. Потом пойдем, думаю, кематим туда тогда. Ну да, почему бы нет. А потом уже вот сюда отправимся, короче, просто и все. И не будем себе мозги насиловать, так сказать. Да. Я раньше говорил, что не буду совершать быстрых перемещений, но... Скакать просто так тоже как бы не вариант. Это слишком сильно задерживает эфир. Он будет пустым, совершенно неинтересным. И мне само время терять не хочется на такие передвижения. Не, если бы скорее мне прям вот холодный. Дико заходил. Заморозки посевы побью. Вот как не стоило сюда приходить. Пощады! Да сделайте же что-нибудь! Умри! Ой, вампиры пробежали, да? Опять. Блин, главное не попасть по какому-нибудь неписью дружелюбному, а то на меня нападут еще. Оба вампира или чё-нибудь там? Говорят, стражи рассвет. А ничего, что тут вампир только что напал, короче, и вы с ним дрались, не? Всем срать? Рождается. Это охота. Вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте возле рифта. А, это он и говорит про них. Трейл вампиров какой-то. А чё вампиры так херово одеваются? Ладно, ты. Я твой меч нашел, короче. Иногда я скучаю по солдатской жизни. Дайте в жопу меч у меня. Я уже давно ищу этот клинок. И как тебе удалось в одиночку перебить всех бандитов? Ну так, я, во-первых, не один был. У отца был любимый прием боя со щитом и мечом. Давай я тебе его покажу, в память отца. Одноручная, окей, повышается. Ну ладно. До свидос. Так, что тут еще у нас есть? С предварительным соратником. Но соратников не хочу пока никаких выполнять, поэтому пойдем тупо вот сейчас вот к башне. Переместимся и от башни пойдем тогда уже вот сюда, к Химате, к этому. Не знаю, может быть он меня ушатает, скорее всего так оно и будет, но попробовать можно, думаю. Почему бы и нет, как говорится. Поставь метку, пожалуйста. Да. Спасибо. А, проблема только в том, что тысячи-то у нас нету больше. Нам придется пешочком теперь все топать. Ну да ладно. Нифига себе, свет горит, кого-то, блин, там лампочка зажжена. Три дебила стоят с факелом. Ну, тоже похоже на лампочку, в принципе. Сколько нужно охранников Скайрима, чтобы вкрутить одну лампочку? Я не знаю, что вы там выдумали, и знать не хочу. Оставьте меня в покое. Нет у меня времени дурака валять. Иди сама, или мы тебя потащим. Брат, я думаю, она говорит правду. Никуда.
Никуда я не пойду. Идите отсюда, пока я вам не позволяла. У нее нет шрама. Что? О, ты прав. Мы ошиблись. Иди своей дорогой. Тебе помочь? А? Да. Когда в следующий раз будете приставать к людям, вначале убедитесь, что не ошиблись. Смотри, бычит наши люди, сейчас делают. Да и чё, просто посмотрел, что тут за фигня происходит. Это, видимо, вот они ищут как раз эту нашу Редгарку. Хотя мы там с ними уже говорили с подобными, но да ладно. Какая-то башня у нас на горизонте. Давайте посмотрим, что за башня. Стража. Много причем стража. А, это просто болванчики стоят. Форт Греймур. И шагу больше. Почему? А, потому что ты разбойник, я понял. Так я не заблудился, я целенаправленно шел в эту сторону. А кто меня так мощно шмаля... А, это ты, сучка, что ли? Лидия, меня рогатый хрен бьет. Ой! Рогатый, это по твоей части. Не то чтобы я на что-то бы там намекал, но... Они сами по одному выбегают, лошара. Ой, они ломаются, честь. Физика есть даже, да? Устраивать пристрелку с лучником в качественном плохо, ребят. Вам бы лучше напрямую бежать. Вот что это, к чему эта рука была торчащая? Но ты сдох. Ну, давайте исследуем это место. Раз мы сюда уже пришли. Турдун. А он еще бегает. Куда бежишь, мужик? Он застрял. Куда бежать? Я не знаю свой лагерь. О, я с топором. О, я бегу. О, я нашел лестницу. Лидия, возьми щит. Не страшно умирать. Да что ж ты будешь делать, Лидия? Во. Умер от попадания в колено, да? Ну, или почти в колено. Ну, в любом случае, чуть пониже уха стрела пролетела, правильно? Форт Греймур, тюрьма. Тут кто-нибудь есть? Нет. Ой! Какая еще громила? Да. Я хотел серию закончить, а тут ты нападаешь, а? У вас голоса одинаковые? Мне с тобой не справиться. Ну да. Лидия фраг отобрала, сучка. Я хотел так хок сделать, да? Да, Лидия, что да? Что ты делаешь? Чего у тебя есть-то? Вот это, по-моему, хотел Лидия отдать, да? Да. На, держи я перчаточки. Я все еще здесь. Ну еще бы ты ушла бы от меня. Так, обменяться вещами? Тебе, мой тан. Мой тан. Мне нравится, как ты меня так называешь. Давай, тебе отдам, короче, перчатки хочу. Где они там? Вот эти перчатки хочу тебе отдать. Нет, не надевать, а отдать хочу. А, у нее они есть, смотри. Она не надевает. Она только шлем меняет, походу. Веди. Нет, погоди, у меня перчатки были другие, я случайно их надел. У меня были эти желтые. Вот этих мудаков. О.
Ладно, давайте на этом серию закончим. Она уже подошла к концу. Продолжим уже в следующий раз. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.